В Екатеринбурге сильный ветер сдул кирпичную облицовку с 10-этажного жилого дома. Кирпичи упали прямо на прогулочную площадку детского сада. Ванцовского, 75. Цветаевой, 2, получается, адрес. Дом продолжает немножко разрушаться, потому что ветер дует, там близко особо не нужно подходить. Вон, кирпич уже вот здесь лежит. Здесь, то есть я уже как бы нахожусь в зоне поражения, поэтому очень быстренько сниму. Женька, ленточку цепляем, да? Все нормально. В 10-этажном доме, расположенном на пересечении улиц Академика Ванцовского и поэтессы Цветаевой, расположены сразу 2 частных детских сада – «Маленькая страна» и детский сад имени Александра Невского. Прогулочная площадка примыкает прямо к торцу здания. Как сообщает телеграм-канал «Вечерние ведомости», этот жилой дом в Академическом районе был построен компанией «Атомстройкомплекс» и сдан 10 лет назад. Дом находится в ведении управляющей компании УЖК «Территория Запад». Телеграм-канал «Уралмэш» сообщает, что сегодня же ураганный ветер сорвал облицовку фасада в жилом комплексе «Тихомиров» на улице Ночдева-Васильева. К счастью, ни в том, ни в другом случае никто из людей не пострадал. Завтра синоптики обещали в Екатеринбурге сохранение сильного ветра до 17 метров в секунду.